Это здание на Максима Горького, 65, не видело и капитального ремонта больше века. О судьбе одного из старейших корпусов Самарского государственного социально-педагогического университета озаботились преподаватели-ветераны вуза. К проблеме удалось привлечь внимание министра просвещения России Сергея Кравцова и депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Сейчас начались проектные работы. После этого региональные власти будут предметно обсуждать с федеральным ведомством объемы необходимой финансовой поддержки. Будут современные аудитории, полностью оснащенные современной техникой, не только компьютерами, да, а всевозможной техникой. Рекреационные зоны, читальные залы, специальные классы для работы с детьми, специальные помещения научных лабораторий. Александр Хинштейн встретился со студентами, чтобы рассказать о ходе работ и узнать о насущных проблемах, связанных с вузом, которые волнуют учащихся. Благодаря содействию депутата, в этом году университет получил новое общежитие на 500 мест. Оно находится на улице Блюхера. Чтобы достроить здание, Александр Хинштейн сумел привлечь недостающие средства, а это свыше 35 миллионов рублей. Эта многолетняя эпопея завершена. Общежитие на 500 мест и проблемы, которые многие сегодня студенты мне на встрече поднимали, с вводом этого общежития навсегда уйдут в небытие. Ни один из тех вопросов, которые имеют практическую плоскость, не останется без внимания. До конца года студенты уже смогут заселиться в новые комнаты. Мария Елчан, Николай Епифанов. События.